Hey guys, welcome to my channel, дорогие друзья, всем привет, добро пожаловать в Майнкрафт. Меня зовут FlagGK, и это хардкорные приключения. Ну что ж, ребята, продолжаем мы проходить наши хардкорные приключения, хардкорничать, выживать всячески и изведывать этот очень странный и в то же время хардкорный мир. Слишком много хардкора, ребята, но да-да, не удивляйтесь. Ребята уже потеряли 1 хп, у нас осталось 2 хп, то есть 2 жизни у нас осталось, но пока что мы дополнительной жизни не приобрели, и нужно быть более-менее аккуратным. И знаете что, ребята, у нас есть в руках Change Cube, да, Chance, то есть не Change замена, а Chance, шанс, куб шанса, не знаю, как это так это называется. Не хочу я на русский переводить, наверное, многие написали мне в комментариях: Джонни, играй на русском Майнкрафте. Ребят, я же не зря русский язык-то включил, потому что... Ой, английский, потому что на английском мне более приятно играть. Хотя он изначально включен, поэтому мне ничего включать и не надо было. Русский я не люблю, потому что шрифт, во-первых, тонкий слишком. И да и половина вещей все равно не переведено. Смысл? Пусть будет все на английском. Inventory bomb! Ой! Как хорошо, ребята, что мы только что сложили все в сундучок. Как я, в принципе, и догадывался, что сейчас какая-то фигня произойдет. Поэтому я уже все... В принципе, предостерегся, и у нас должен был инвентарь весь взорваться, то есть он должен был просто рассыпаться там, но так как у нас были только ботинки, рассыпались только ботинки. Ну что ж, ребята, как вы видите, вот этот Stoneland, я уже рассказывал вам в предыдущей серии, что это за штучка. Ну, допустим, если у нас есть блок земли, вот так поставим, то можем вот так ставить, так будет намного удобнее нам строиться. Вы понимаете уже, да, вот, как, кстати, по вертикали у нас только по одной штуке, поэтому это очень плохо. Ну ладно, вот. Вот, в принципе, вы поняли масштабы, как эта штука работает, как она должна работать, и больше ничего. У нас, кстати, уже довелилось мясо, можно уже повесить другие труханы. Поэтому где же они у нас? Вот, у нас 7 штучек еще осталось. И, в принципе, можно уже сделать хотя бы печку, поэтому нужно, ребят, уже в шахту как-то спуститься. Или же все же сделать нам домик, то есть уже начать потихоньку строиться. О, я вижу еще один Change Cube, поэтому Chance Cube. И к нему нужно, наверное, отправиться прямо сейчас. Right now, bitch. Поэтому давайте откроем этот Chance Cube и посмотрим, что же с него выпадет. Дорогой друг, рассказывай мне, что же там выпадет. My date. Ой-ой-ой-ой-ой. Fuck. Неплохо. Неплохо нам территорию очистили. Кстати, здесь можно что-то интересное построить. Например, лаги. Так, кукумбер у нас есть. Это у нас огурец, кто не понял, дорогие друзья. И cotton seeds. Это, кстати, неплохо. Это штучка, с помощью которой можно будет у нас... Шерсть. Да, шерсть, я же не ошибаюсь. Так, шерсть. Ну, я так не могу глянуть, но ладно. Вроде шерсть у нас будет это даваться, поэтому знаете что, ребята? Давайте потихоньку мы еще и фермочку себе сделаем. Здесь можно, кстати, и фермочку и замутить. Почему бы и нет, не-не-не-не, ну, блин, оно что-то слишком быстро началось. Так, у нас вроде есть очень много дерева, и нужно очень быстро, оно прямо сейчас, по-моему, начинается, да? Прямо сейчас, походу, начинается. Да вот прям вовремя, ребята, прям вовремя. Фак. Так, лопата. Рукой, ладно, рукой. Так, расчистили, вы да-да, не удивляйтесь, это специально все сейчас я сделал. Поэтому быстренько, пока у нас есть время, ребята, быстренько обстраиваемся. Почему по одной? А, понятно, почему. Все, мы не успеем, скорее всего, нам придется опять выживать на дереве, как реально обезьяны, ребята. Как обезьяны. Да нет, знаете, в принципе, можно как-то... Не надо было мне это ломать, просто нужно было построить, не знаю... Вот сейчас начнется, сейчас хардкор начнется. Все, ребят, я возвращаюсь на дерево, вы меня уж простите, но придется нам опять пожить на дереве. Так, быстро заберу все, что могу. И что? Квест! Все, я ухожу, ребят. Еды, естественно, еды. Что, вот это возьму? Все. И уже пошло добро! Да я только появился, алло! Блин, только все это появилось, все это уже все, началось, ребят, у меня дерьмо все вот это. Так, тихо, ребят, ну, пожалуйста, ну я не поел даже! Блейзы какие-то страшные! Отстаньте! Офигеть, только заспамить, только все началось, ну... Уже вторую ночь подряд, ребят, ну это реально не смешно! Ну это реально не смешно, успокойтесь, пожалуйста, ну... Да, алло, и хп опять не видно у вас! Почему? Что за бред? Я забагал что-то, я не понимаю, я что-то забагал. Почему у меня не видно хп теперь? Ребят, как эту фигню вернуть? Хп хочу видеть!
Ты блоки у меня почему-то не показывают. Я, походу, какую-то кнопку нажал случайно. Не знаю, какую. Ай-яй-яй, да отстань, пожалуйста. Ну, ёма, ну. Хорош. Хорош. Как же ты меня сдал. Бал. О, о, мешочек, мешочек. Только, пожалуйста, давайте не убивать, не убивать, не убивать, не убивать, не убивать. У меня хп реально мало, пожалуйста. Чуть-чуть дайте пожить, ну чуть-чуть. Так, скелетик отсюда может ударить меня. Уйди, 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 уйди. Нет, пожалуйста, пощади, мразь. Так, так, быстро паркурим, ребята. Тихо, тихо, тихо. Пожалуйста, ну успокойтесь, нету. Блоки есть, ребята. У нас блоки есть. Нужно, короче, закрыться от всего, прям от всего. Вот. В два блока. В три блока, не знаю. Так. Временно. Блин, они сейчас вообще реально отовсюду могут. Все, так, так точно, наверное, не залезут. Так, пока что, ребята, давайте придумывать, как мы будем выживать. Это, на самом деле, очень сложно придумать, потому что я вокруг четырех стен. Мы как раз-таки можем проверить, что у нас тут есть. Уголь заберем, плутониум, садл. А это мы, наверное, пока что... Ну, вот этот. Как раз таки можем оставить. У нас пока что зеленый мешочек будет. Смотрим здесь. Ботинки. Что у нас по ботинкам? Protection 2, Protection 3. У нас Protection тут лучше, поэтому оставляем. MSG Pill Depletes Hunger Points. Ну вот, можно, да, да, да. И что у нас делает это? Ой. Хорошо. Отлично просто. Обожаю. Как же круто, да, ребята? Просто надо было читать внимательнее, Джонни. Ну какой же ты дебил, а. Просто, понимаете, за секунды все просто угрохать. Все. Теперь я не знаю, что мне делать, серьезно. Все, у меня одно хп. Голод, сейчас через 13 секунд у меня перестанет уже. Это отравление было или что? Или просто от голода я дох, да, просто я от голода дох. Я не знаю, что мне делать, ребята. Я реально не знаю, что мне делать. Это все, это опасно. Давайте по квестам посмотрим. Мне же так какой-то приз дадут, что я выжил. Ох. Давайте сделаем вот эту штуку, чтобы я офигел от жизни. Это у нас вообще последняя какая-то штука. Это вообще хардкор, ребята, не. Ой. Это тут нам нужно дофигище, 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 дофигище. Паутин, ну, нити. Но, как вы помните, мы силкворма туда же заселили. Там есть у нас дофигища нитей. Да и, блин, по квесту, в принципе, мы должны убить скелетонов, криперов и... Эндермена, одного. Но криперов мы вроде убивали, либо они взрывались просто. Я не знаю, что одно из двух. Мне кто-нибудь объяснит, как это случилось? Это... Майнкрафт создавал... Жбабская логика какая-то, ну... Я не... Как? Почему? Я же закрытый был! Я реально не понимаю ничего! Еще ж... Иди отсюда, шкет мелкий! Иди... Иди... Фу! Я сейчас буду открывать эти чернички. Взрывайте, что хотите, то и дело. Ой... То есть, когда я открываю, вот, я тебе сказал, ты не понял, что ли, тупой ты, безмозглый, шкет! Я сейчас его... Ах ты мразь, ну он не понимает, тупой маленький засранец. Так, мне надо смотреть, я пока мелкий бью, сейчас кто-то подойдет из взрослых и мне еще даст по роже. Фу, ну я в шоке, ребят, серьезно, ну... Ну вот как это возможно, ну как? Золотая морковка. Так, вот это уже, вот это хорошо. Единственное, что-то круто, нормально у нас выпало. И по... Фион... Когда мы умерли? Подождите, сейчас 12 часов дня, да, правильно? Да, ну типа, понял. Find on. А где? Ага, я понял. А мы где? Ну, мы в принципе в правильном направлении. Это у нас синяя, да? Синяя у нас, да, это синяя штучка. Вон, показано уже все. В 12.21, но на самом деле прям передо мной появился, ну что это за фигня, аж, фу.
Ну, давайте морковкой херачить. Давайте. Давайте, ребят. Ой, два. Ну, два хорошо, конечно, потому что черный по одному не ходит. Правильно? Правильно говорю. Второй-то где? Вот второй, конечно. Так, этот сдох, этот сдох. Вот это сейчас грохнет. Вот этого ХП мало осталось. Все, 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 все. Так, аккуратно. Спасибо за нитки, братаны. Какие вы, братаны, лохи. Все, все, все. И быстро сваливаем, ребята. Быстро сваливаем, быстро, быстро к нашей могиле. Я сейчас там дофигища будет, наверное, нет? Никого нету! Абсолютно никого нету! Никто не ждет, кто-то меня грохнул. Но фиг знает кто. И как он это сделал, тоже никто не знает. Я не знаю реально, что делать. Кстати, это хорошо, что я нашел, ребята, по грибам. То есть, будем делать еду. Мы вот этих белых штучек сейчас... Ух, убил. Блин, ХП почему-то не отображается. Мне это очень сильно не нравится. А, еще... Три мешка выпало, ребята. Вот почему ХП не отображается? Какую кнопку я нажал, что у меня ХП не отображается теперь? F12, может быть, не знаю, какую-нибудь. Ой-ой-ой. Ребят, ну хорош, ну, житель, братан, ну у нас нос одинаковый, ну, успокойся, пожалуй. Ой, а вот это сейчас мне не нравится, на пауке крипер. Это вот реально сумасшествие какое-то. Успокойтесь, пожалуйста, ребят, у меня одна жизнь осталась, вы понимаете? Одна жизнь. Одна, и лаги, конечно. Почему, когда я стримил, я всего лишь два раза умер за один стрим, и все. Там сколько было стримов, не помню, но умер я очень мало. Блин, одну зеленую не подобрали. Фак. Кварц, книга, лексика, ботаника, кстати. Это неплохо. Так, зеленое что? Это мы открывали. Так, в этой что? Это мы тоже открывали. И эту зеленую, наверное, тоже открывали. Нет. Открывали. Редстоун. Ой! Все, ребята, модненький. Сегодня Джонни у нас одевается. По моде, в любой при любой погоде же называется, да? По моде, при любой погоде. У нас есть еще один квестбук, конечно, в этом сундуке. Но, ребята, посмотрите внимательно. У нас кровавая луна наконец-таки заканчивается. И мы потихоньку можем уже двигаться в нашем направлении, к нашему дому. А дом-то я не пометил, дорогие друзья. Но мы видим вот это уже. Что понимаем, что дом где-то рядом. Ну вот, в принципе, он. Надо его пометить, кстати. Home, dear home. Ну, я просто помню, home. И мы можем, наверное, туда телепортироваться. Конечно, было бы круто еще эндермена грохнуть, но я боюсь очень сильно. Давайте рискнем. О, крипер. Ох, это хорошо, мы его убили сейчас. Ой-ой-ой. Так, вы горите, пацаны? Или вы деретесь? Он в броне железный. Так, деритесь, пацаны. Деритесь. Да, хорошо. Не меня! Братан, я понимаю, но день! Правильно. Горим. Хорошо. Я реально плакать хочу уже! Ну почему? Вот понимаете, ребята, тупо засрал. Вы понимаете, что сейчас удалилась бы сохранка. И понимаете, мы даже вторую серию не смогли нормально снять. Вы понимаете, ребята, вот в чем прикол. Считайте, челлендж засран. Челлендж засран, да? Все, вот видели, просто взяли и пропали. О, господи, какие же они имбецилы, тупорылые чмошники. Почему они пропали сейчас, когда мне это нужно? Я не понимаю эту игру. Я не... Просто реально... Сатана создал эту сборку! Ну как так можно хардкорно-то играть? Я умер уже три раза, понимаете, за вторую серию, ребята! Ай, у меня же голова кружится. Hey guys, James here. Ты понимаешь, Джим, что я умер много раз? Братан! И Бен тоже, братан, я много раз умер. Вот они радуются, там что-то говорят, а я сижу такой, думаю, уже умер, все, челлендж засрал. И что мне делать теперь, ребята? Пипец просто. Ох. У нас скелет убитый, крипера еще два нужно убить, и одного эндермена. И челлендж кьюб. Сейчас давайте в челлендж кьюбе мне выпадет какое-то дерьмо, что я взорвусь. Ох, конечно. Ну будет, я прям уверен, 100% какая-то фигня такая будет. Дайте просто один сундучок. Я поставлю его куда-то на безопасное место. Вот сюда все сложу, блин. Хорошо, вот давайте. О май гад.
О май фак. Так. Ну не может же так вести мне, алло. Я челлендж засрал уже. Мне же двойной сунок сделать. Ребята, вы видели, что происходит? Ребята, вы видите это? О май гад. Ребята, пожалуйста, напишите в комментах, какую кнопку нужно нажать, чтобы увидеть эти блоки. Потому что я какую-то кнопку нажал. Я не вижу хп теперь. И все. Ребята, вот это очень-очень крутая штука. Это круче, чем вот это. Но понимаете, что это в два раза опаснее. Да не в два раза, намного опаснее. Поэтому мы сейчас рискуем и просто бежим на километр. Я не знаю, что с нами случится, поэтому мы бежим сразу. Мало ли сейчас там на нас этот визор какой-то спустится. Так, так, смотрим, смотрим. Что там? Что произошло? Что произошло? Там что-то выпало. Там что-то выпало. Так. Ай. Маяк выпал! Маяк выпал! Ребята, маяк выпал! Нет, не может так вести. Я сейчас этот маяк реально засру. Что-то сейчас взорвется. И все, я потеряю. Я опять умру, серьезно вам говорю. Вот сейчас такая фигня будет. Так, давайте, ломаем потихоньку. Ну, хорошо. Очень круто. Очень смешно. Ух, как же сейчас мне повезло-то. Сдалека бью. Ага. О-о! Нет! О-о! Фак! Минус одна жизнь! Как же обожаю! Как же круто! Сейчас бы Это... А тут же было... Хорошо. Я понял. Это мне выпало, что... А, мне это выпало. Ну, это, так сказать, бонусный сюрприз. Мне выпало, чувак. Ну, хотя бы мы ничего не засрали. Фух. Как же это круто. Ребята, сегодня у нас просто... Не знаю, сложные приколы. Сатана создал эту сборку, ребята. Да-да, не удивляйтесь. Нужно убрать всякую фигню, которая нам нафиг не нужна. Фух, ну, вот эти, не знаю, white mushroom. Мы можем использовать, я не знаю... Говно на тарелке сделать, братишки, так сказать. Вот, кстати, машин. Можно, да, сделаем. Pineapple seed, нет, спасибо. Вот плутониум. Вот так можно сделать. Все. Пусть остается тут. А мы, ребята, наконец-таки отправляемся домой. О, на кровати у себя, оказывается, даже, ребята. На кровати у себя мы оказываемся. И что нам остается, ребята? Нам остается опять сделать новую штучку уже. Вот там шахточка небольшая, выкопанная. Ох. О, смотри, что мы можем сделать. Так, во-первых, мы все проверим. Мы все открыли, все вроде. Вот лексика ботания нужно достать, наверное, нам. Это убираем, лексика ботания. Кладем сразу в сундучело. И проверяем, это открывали. Это, ну, да, открывали. Поэтому давайте вместе мы так сказать, крафтим эти все 4 штучки. И мы получаем Uncommon. И в этом Uncommon у нас ботиночки, которые у нас, в принципе, есть. Поэтому этот Uncommon у нас будет использован в этом же сейчас крафте, который мы будем использовать. Поэтому, опа, так, ботиночки мы тут помним, что были. И вот это все, понял. Все, мы теперь еще эти 4 вместе делаем, и мы получаем Rare. И в этом Rare у нас Certus Quartz, который мы, в принципе, можем выкопать. Поэтому нет, спасибо, я не голодный. Redstone тут у нас будет, Redstone тоже, в принципе, добудем. И, ребята, у нас 3-4 миники-сенс. Это хорошо. Вроде по квесту нам нужно миники-сенс много. Или ошибаюсь? Скорее всего, ошибаюсь. И силк-мэш. Силк-мэш, ребята, как видите, вот он у нас. Вот наш силк-мэш. Поэтому забираем нашу вот эту крутую флюкс-инфозит-круг, которую нам дали за квест, выполненный с помощью... Ну, помните, квест ведущий. И сейчас у нас будет прям дофигища нити. Прям... Обожрись этой нити, сколько будет, смотрите. Опа! Сколько там в стаках? 3 стака почти, ну, да, почти 3 стака нити, по-моему, где-то еще валяется нить. Или мне кажется. По-моему, все мы забрали сразу. И это не может не радовать. Понимаете, нить у нас уже дофигища. Не знаю для чего, но дофигища у нас, ребята, нити. Плюс 31 силкворм. Что мы можем из него делать? Мы можем сделать жареных червей. Вот, кукет силкворм. И давайте потом жрать, как Bear Grylls. Когда у нас реально хавчика не будет, мы будем жрать червей. Ну, а пока, ребята, я могу сказать, что нам нужно сделать эту штуку.
Я, по-моему, помню, как она крафтится. Она, по-моему, крафтится вот так. Да, она крафтится вот так. Нам уже всего лишь две штучки, спасибо. Лишнего не надо. Все, дальше мы делаем вот этот оксив, который делается из палочек. Вот, палочки у нас есть тоже. Вот эта Silk Mesh у нас тоже есть. И спасибо, 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 спасибо. Я понял. Вот так, вот так, вот так. И вот так. И мы получаем, ребята, оксив, который нам потребуется для того, чтобы гравий там дробить, все такое. Вот, в принципе, это делается вот так. И получать всякие там крутые ништячки. Брокен кобальт, айрон и всякие руды. Начальные руды. Вот. Такие вот пироги, ребята. Сложно, но круто. Ха. Есть у нас, ребята, Стоунхаммер, который, в принципе, нам служит для того, чтобы мы могли из камня превращать в гравий. И как раз-таки на этом мог себе все это переделать. И какие-то крутые строительные блоки. Неплохо, неплохо, неплохо. Но спасибо, ребята. На этом в этой серии мы закончим. Спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, а также звать своих друзей. С вами был FlakeGK. Всем удачи, всем пока.